Привет, с тобой Владимир Стражук, и это Инстаньюз. Стартуем! Они пришли, жаркие зимние твои. Фотографии с Олимпийских игр массово начинают заполнять все инстаграмы. И вот тебе парочка. Каждая девочка мечтает подержать олимпийский факел. У некоторых мечты сбываются. Звезды уже слетелись в Сочи. Вот фоточка от Яны Рудковской с друзьями. Но внимание привлекает даже не Александр Рева и Валентин Юдашкин, а продюсер Игорь Матвиенко. Вот он, истинный патриот. А это наша съемочная группа. Именно они будут каждый день радовать тебя новостями из главной спортивной точки на планете. Кстати, в нашем официальном аккаунте телеканала Ю будет много закадровых подробностей и эксклюзивных материалов с Олимпиады. Конечно, не только о спорте. Подписывайся и будь в теме. Сейчас я познакомлю тебя с новым парнем Инстаньюз. Итак, это Роман Нурмагомедов из Махачкалы. Ему 20 лет. Ник в Инстаграме на экране. Он любит хорошую музыку и не видит смысла жить без интернета. Ищет прикольных общительных людей и обещает море позитива и душевных порывов. О как! Так что если тебе не спится по ночам, знай, кому можно написать. Неделю назад я давал тебе задание показать самые нелепые кадры из твоей жизни. С задачей ты справилась на все 100. От души смеялась вся редакция. Поехали! Начну с самых маленьких. Светлана подписала это фото так. А вам слабо уплетать так чернослив? Девушка Джаст Алина прислала фоточку из своего мирного и спокойного детства. Все бы хорошо, но внешний вид ее папы просто шокирует. Дальше держи прикол от вполне взрослых людей. Студенты 4 курса соорудили нечто из руки, резинки и локтя. На следующем видео ты увидишь, как наши русские девчонки снимают клип на известную заграничную песню. Готовься к следующему кадру. Сейчас ты увидишь, до чего могут довести милые детки. А вот так надо спасаться, если вдруг тебе сильно мотают нервы. И еще парочка нелепых видео от наших девчонок. Что бывает, когда первый раз катаешься на скейте? Чего доводят головокружительные танцы, сидя на диване. А не в тему сегодня попали постоянные зрительницы Инстаньюз и славный пес, который дня не может жить без яблочек. Дева, молодец, мой сладкий. А сейчас новое приложение от создателей уникального Maldiv. Называется «Руки фотоэдитор». Как обычно, фоторедактор очень заморочен, но главное в нем прикольные стикеры, графические татуировки и рамочки тоже ничего. А сейчас держи супер клевое задание на эту неделю. Как ты знаешь, февраль – месяц любви. И специально для тебя телеканал Ю показывает индийские фильмы. А теперь, внимание, задание. Присылай свои фотки в индийском стиле. Покажи, на что ты способна. Вот тебе фоточка для примера. Главное – ставь хэштег «Инстаньюз». С тобой был я, Владимир Стражук. До встречи в следующем выпуске. И по традиции держи фоточку на память. Серега, а давай-ка меня в индийском стиле. Почему бы и нет?